Да, дорогие друзья, мы с Глебом попали в очередной раз на фитнес, на бассейн. Значит, и сейчас Глеб покажет свои спортивные достижения, которые он научился. Глебушка, ты лучше покажи, как ты умеешь плавать, покажи, как ты умеешь делать поплавок, стрелочку. О, сейчас Глеб плывет туда. Плыви, Глебушка. На старт. Давай, Глеб. Ты проведи Глеба занятия, обучи. А теперь Глеб покажет поплавок, да? Нет. Ух ты! Это самый смертельный трюк, кувырки называется. Вода попала в нос, но ничего, это не останавливает будущих чемпионов. А сейчас следующий кувырок, еще раз кувырок, я так не умею сам делать. Глеб покажет, как нам нужно плавать. Отлично. Отлично, Глеба, отлично. А еще разок покажешь? Как я тебя учил? Стрелочку покажешь? Ух ты. Как прыгать под водой? Здоров, любимый. Ух ты! Это очень весело. Лучше покажи поплавок. Поплавок. Классный поплавок. Поплавок вообще классный. А как ты нырять умеешь, покажешь? Да. Ух ты! Ух ты! Вот это вот класс! Это классно! Ух ты! Живой? А теперь стрелочка. Ух ты, какая стрелочка классная. Звездочка. Ох, какая звездочка, суперская. Звездочка лучше всех. А что теперь? Все, дорогие друзья, на этом видеозапись будет сейчас прерываться, потому что папа идет к Глебу в бассейн и будет с ним плавать. Записываю. Что еще передать? Давай, кому? Маме передадим? Давай, говори. Говори маме. Что ты хочешь маме сказать? Да. Ну, говори. Пока. Ты ее любишь? Скажи, я очень люблю маму. А папу любишь? Да. А еще кого любишь? Всех любишь, да? Да. А тебе в школу скоро идти? Да, я знаю. Хорошо, Глеба. Все. Мы
папа и Глеб прощаются с вами. Всего доброго. Хорошего всем дня. До свидания.